Сюда вообще чё? 23. Ого! Ну да, и можно под водой. Это основное для видеоблогеров. Камила, видео же снадет, если не шью за обзачу интернетим драхана. Таня... У тебя на канале 23 тысячи. Убежать. Я видел. Там есть. Как здесь? Видимо, рейд зари уже даже этот. Ну там как значок мстику в рейд. Пожалел, что это подписался. Три ночи шмиховку. Рага. Ахуа спернит. А, я у своих шмила. Я уже все. Много запов, как болезнь. А то я вижу. Но потом женщина так болезнь. Молим шат. Что молим? Да не море дело. Фаши же, сосал цук же за вир, а уже в жоп сор фаши. Почему же? А с моей копа 3,5 часа езди. Тихо. Ну, сзади ма враг, бе. А уз за шама ходи из рычагов. Да электричка за другое. А у вас электричка не ходит. Да? Конечно. Идете? Да. Вон, 2 минуты уже идет. Уху его левый. Мы с видеоблогером. Блогером хочешь стать, да? Правильно. Прямо сейчас начинай. Как раз. К 18. Да, к 18 лет уже как раз миллион подписчиков. Камила, интернет мы зарахали, мы уже взяли. Я так раньше был видеоблогером, только компьютерный. Вори. 45 подписчиков. Ну чё? И потом я завязал. Финя на ухо фаджа хлеб. Фипсачайный вух. Через пару лет на пенсию уйду. Вот Астик за ним сидит. Пару лет она. Пусть мне это, видеообзоры делать. Я буду комментировать и снимать. Без проблем. Обжом, ух, чём, обжом. А тебе должны приносить на обзоры. А ты должен будешь там покупать на обзор тогда. За деньги. Кого? Вещи, которые ты на обзор будешь делать. А быстро когда... Автомобиль. Должен будешь купить, чтобы обзор. Зачем? Берешь тест-драйв и просто делаешь. Сначала начнем со своих тачек. Это она, подписчики нарисуются. На хабахума, короче. Мы у них будем выпрашивать тачки. Вообще-то, когда подписчики нарисуются, много подписчиков, тебе сами будут предлагать. Ну, тем более. Только не подписочные. Хоть я цехум бы даже уже. Все, догадка кушает Камила. Ты знаешь, что у тебя как? Она же, а я же, она же. Выложим. Интернет выложим, и тебя, ну, короче, а я скажу, какая непослушная девочка, скажу. И будет миллион просмотров. Да, и будет миллион просмотров. И будешь ты звезда. Эл. Вот таких вот тихих я люблю. Мебзаджику, амежёхку. Рага? Ёлка, вот, молодец. Зимой, летом одним цветом. Тихий, спокойный. Правильно, так и должно быть. На Милане, вот. Малика, омжех. Омжех, Малика. Ты чё, папу бьёшь? Камила за ржей пора, а у Вауды как скушает. Да. Ну, Камилка молодец. Камилка вообще умница вообще. Слушай, я почти бзаджи. Мэта очень. Мода модре рабы. Шэц в моде. Эй, вас в интернет снимают! Да! Я не понимаю, да? Сегодня мы на канале видеообзор 3D. 3D, да? Девчонки, давайте, пока, все, давай. Пока. Вы идете, давай. Покажу. Пока красивый. Все, давай. Давай. Такой серьезный. Я говорю, приходите, пока не ехаем. Пока, стараюсь. Папа. Эл. Давай, пока. Саддам алейкум же. Саддам алейкум же, давай. Дай 5. Давай, саддам алейкум же. Дай 5. О, так вот. Ну, молодец. Все, пока. Давай. Все, давай. Пока, пока, пока. Пока. Всем удачи, всем пока. Всем удачи, всем. Пока. Давайте.
Пока покажи, где хочешь нам сполнить. Все, Фанакович, я с вами сахаром. Все, приятного аппетита. Давай вообще. Снимай по боку. Все, пошли. Все, Фанакович. Я хочу, нахуй, все.